нет, ну, там, как, ну, у нас у людей там остались, да, есть какие-то в последнее время, очень много сделано для полноформатного развития электронных отношений, и вот вы решили взять подмену, которую представляете. Я думаю, что мы всегда говорили, электрик Алексей Кириллович, 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 теоретически формировать ему да, относительно все за это время и урегулировать серьезно. Прежде всего, ну, отметить, что у нас очень-очень непривычный саммит получается. Раз мы рано ходим, ну, сегодня уже идем к завершению саммита двадцатки. Öncelikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgedeki sağlamış olduğu olumlu neticeler gerçekten inanıyorum ki bölge altında dünyayı da örnek teşkil edecek şekilde. Я уверен, что наши совместные усилия и России именно в рамках обеспечения тех развитий событий, которые произошли, являются четким примером для региональных народов и стран и всего мирового сообщества. Ожидания, естественно, очень высокие. Her iki ülke altına da örnek var. Fayda. Очень большой вклад вносим и в развитие наших двусторонних отношений. Это еще больше укрепляет связи между нашими народами. И развитие, которое мы уже обеспечили в области экономики, в области оборонной промышленности, я уверен, что укрепят еще больше наши двусторонние отношения. И вместе с этим действительно ожидания в регионе, особенно по сирийской тематике, очень-очень высоки. И с точки зрения этого вопроса, нашу эту встречу, я думаю, что имеет очень большое значение. Лично от себя и от своего народа хочу поблагодарить вас за ту волю, которую вы проявили в разрешении данной тематики.